Это неправда, что Всевышний не отвечает на твои молитвы. Это неправда, что когда ты проживаешь какое-то тяжелейшее испытание, сталкиваешься лицом к лицу с какой-то очень непростой ситуацией, когда твое сердце поднимает глаза к небу и кричит: «Папа, для чего?» Это неправда, что Всевышний молчит. Всевышний отвечает всегда. Скорее всего, ты просто не нашел тот сосуд, из которого ты мог бы черпать мудрость божественных ответов. Для меня такой книгой стала книга Мишлей, царя Шлома, с комментариями Ицхака Пентасевича. В нашем мире оказаться в ситуации, когда у тебя нет света, нет связи, нет возможности с кем-то поговорить и спросить совета, вот такие ситуации происходят по щелчку пальцев. А ответ нужен именно здесь, сейчас, быстро и своевременно. Что я делаю? 5 минут это будет идут. Беру книгу Мишлей, открываю там, где откроется, и я получаю развернутый ответ, абсолютно отвечающий на все мои вопросы, на все мои переживания, куда мне идти, что мне делать, как мне себя вести и как реагировать на то, что происходит со мной. Комментарии Ицхака, они, помимо того, что это комментарии человека, который изначально все делает с кваной доброты из своего безбрежного сердца, они уже учитывают все особенности нашего поколения, все особенности нашего мира. Ты просто читаешь мудрость царя Шлома, читаешь комментарии Ицхака, и ты понимаешь, что делать и куда идти. Будьте благословенны. Я желаю, чтобы на все ваши молитвы пришли добрые ответы. Я желаю, чтобы все ситуации, все опыты, которые вы получили, стали вашим богатством. Я вам желаю, чтобы был мир в вашем сердце, чтобы был мир вокруг вас. Будьте во всем благословенны. И пусть мудрость царя Шлома разговаривает в вашем сердце.